Остался совсем немного. Опасный момент на ворот. Нефтехимика бросок. Александр Логина открывает счет в этом матче. Ну, неспроста так лихо начали лайпцы эту игру. Очень высокие скорости и штурм ворот соперника дает результат. Практически две минуты команда Нижнекамска не смогла выйти из зоны стартового выбрасывания. И таким образом второй состав решил результат. Здесь получилось. Логинов остался один и нападающий крайний. Расстановку большинства. Вот хорошо, что выиграли выбрасывание. Но... Умарк, перевод, и вот как! Головой! Суперкомбинация! За 7 секунд после прасывания одного из вторых шагов ворота Нефтехимика забросить Салавату. Артем, аналогичный гол мы буквально недавно видели. Помните, Эдвин точно такой же гол забил. Пустые ворота. Смотрим еще раз и наслаждаемся. Выигранное вбрасывание шайбового защитника. Перевод на правый фланг, и здесь два касания. Андреас Энгес вторую шайбу на себя забрасывает на этом турнире. Но по сути был им. В итоге все дошло до Булит, который реально судьбу места решали. Зоин! Помешать Сергею Зойду увеличить преимущество нашей команды до трех шайб. 3-0, Салават Юлаев выходит вперед за 4 минуты 21 секунду до конца третьего периода. Сергей Зоин как теннисной ракеткой подбросил, подкинул и со второго раза забросил шайбу. Вот он наброс неудачно отбил Лисутин, да и сам себе подыграл Сергей Зоин. Оп, и шайба в ворота. Такое ощущение, что Бубня заявили Сутина в моменте, когда Нестеров просто...